средней школе номер 25 города Владимира последний звонок прозвенел для 3-11 классов. В торжественной линейке приняла участие глава города Ольга Деева. Она поздравила ребят с праздником и отметила, что сегодня они сделали первый шаг в трудную, но интересную взрослую жизнь. Хочется ребятам пожелать, что вот дружбу школьную они сохранили и пронесли по всей жизни своей. Верить в себя, трудиться над поставленными задачами и жить и работать во благо нашего любимого, замечательного города Владимира. 3 11 класса 25-й школы профильные – музыкальный, медицинский и экономический. К слову, именно 25-я школа первой в области начала набирать профильные классы. Директор школы Татьяна Шаркова отмечает, успехи в учебе у ребят хорошие, все допущены к единым государственным экзаменам. 5 выпускников имеют отличные оценки и могут претендовать на медали. Им осталось успешно сдать ЕГЭ. Школьники достигают успехов и во внеучебной деятельности. У нас очень много ребят, которые участвуют в олимпиадах, не только муниципальные олимпиады, в Москве, в Петербурге. То есть они участвуют в олимпиадах в тех вузах, которые они выбрали для поступления. У нас очень много ребят-спортсменов. Много ребят, которые занимаются техническими видами спорта, да. Последний звонок всегда волнительный момент для 11-классников. Это день прощания с любимой школой, с ее атмосферой, учителями. И еще день первого шага во взрослую жизнь, делать который всегда страшно. Будущие выпускники поделились своими эмоциями. Очень светлые чувства, немного печаль. Все мы будем плакать, потому что печально со школы прощаться. Чувства на самом деле смешанные, и радость, и грусть. Грусть то, что я, ну, вхожу в самостоятельную жизнь, и поддержки со стороны учителей будет намного меньше, но в любой момент я все равно смогу пойти в школу посоветоваться. А радость то, что, ну, такой важный этап в моей жизни, я его смог пройти. Сам праздник последнего звонка организаторы постарались сделать веселым. 11-классники поблагодарили учителей за школьные годы. Родители пожелали ребятам успехов на жизненном пути. Поздравили их и первоклассники. Для ребят прозвучал их последний школьный звонок. После школьных линеек выпускники собираются на Театральной площади. 9-й год подряд администрация города совместно с управлением образования организует для выпускников, их родителей и педагогов масштабный общегородской праздник. Центр города закрывает от автомобилистов и дают дорогу выпускникам, чтобы они в одной колонии единым строем сделали свои первые шаги во взрослую жизнь. Великолепный день. Хочется, чтобы он надолго запомнился. И чтобы наше поколение ценило такие дни, потому что это последний день учебы 11 лет. Под звуки оркестра ребята прошли от Театральной площади до Соборной и разместились у главной сцены общегородского праздника. Одно из новшеств этого года – перекличка. Со сцены поприветствовали и поздравляли выпускников каждой школы. А еще на празднике впервые за 9 лет был организован масштабный танцевальный флешмоб. Мы очень доволен тем, что мероприятие приобрело такой формат внезапный. Раньше такого не было, вы знаете, да? То есть просто гуляли по паркам и все, отдыхали. А здесь как бы все организовано, приятно, поэтому молодцы, сделали хорошо. Сегодняшние выпускники – гордость областного центра. Многие ребята смогли достичь высот в спорте, творчестве, конечно, в учебе. Сотни выпускников – претенденты на золотую медаль. Выпускница 39-й школы Александра Еремеева все 11 лет училась на одни пятерки. Диплом с отличием – мечта детства. Это очень тяжелый труд, и если ты действительно хочешь иметь знания, иметь четкое понимание всего мира, который вокруг тебя происходит, тебе нужно трудиться очень много. Как показывает опыт прошлых лет, многие владимирские выпускники без труда поступают в ведущие университеты страны. Школы областного центра ежегодно входят в топ-500 учебных заведений страны по результатам единых госэкзаменов. Достичь еще больших результатов и поступить в желаемый университет сегодня ребятам пожелал глава администрации города Владимира Андрей Шохин. Мне хочется пожелать вам, сейчас вы вот вступаете уже в большую жизнь, в новую, но для этого надо вам хорошо, конечно, сдать выпускные экзамены. И хочу сказать вам, что где бы вы ни были, какой бы вы путь ни выбрали, город Владимир для вас все равно родной, и школа для вас это второй дом. С праздником!
слову, 27 мая состоится уже первое ЕГЭ по географии и литературе, а 29 мая всем выпускникам областного центра предстоит сдать единый госэкзамен по математике. Важнейшие испытания в жизни ребят начнутся через считанные дни, но сегодня ребятам не до учебников, для них звучит последний звонок. Ирина Шульга, Анна Киселева, Алексей Ковалев, телеканал «Вариант».